Добрый вечер. Предлагаю вашему вниманию знак 300 років возъединения Украины с Россией. 1654-1954 годы. Описание. Тяжелый металл, эмаль. Московский монетный двор. Есть два вида знака этого, на украинском языке и на русском. В период СССР это было знаковое событие. Сейчас совсем другая история. Реальная цена на аукционах Украины этого знака 90-120 гривен. Смотрим состояние знака. Часы, куранты. Сейчас наведу объектив. В хорошем состоянии. Видны стрелки. Эмаль. Со всех сторон тоже хорошее состояние. Царапин, сколов нет. Вот покажу отсюда ракурс. Очень хорошо все видно. Наведу камеру. Обратная сторона знака. Немножко есть патина. Сохранность хорошая. Показывает со всех сторон лицевую часть. Если понравилось видео, ставьте лайк, пожалуйста. Удачных торгов, спасибо за внимание.